В Урае школьников на уроки и обратно возят школьные автобусы. Два новых ПАЗа имеют узнаваемый ярко-желтый цвет. Услугой могут воспользоваться юные жители отдаленного от города микрорайона Солнечный. Муниципалитет получил в свою собственность транспорт благодаря участию в программе национального проекта образования. Для этого управлением образования проделана огромная работа. Согласовывались маршруты, назначались сопровождающие детей. Много раз переработаны списки обучающихся, которым необходима услуга перевозки. Этот маршрут был утвержден постановлением администрации, выбран он не случайно, потому что микрорайон Солнечный у нас является отдаленным, самым отдаленным микрорайоном города, и в Солнечном проживает большое количество школьников. Автобусы следующим образом работают. Утром в 7 часов 15 минут они отходят из микрорайона Солнечный и двигаются в сторону школ города. И самый поздний рейс из города в 19:10. Школьные автобусы также используются в качестве экскурсионных. Детей доставляют на различные предприятия в рамках профориентационной работы, а также в музей или библиотеку. С начала сентября школьными автобусами воспользовались более 700 ребят.